Смотри. Закрыть, чтобы он не хотел, потому что... Да, попить можешь. Аккуратно так. Ну, маленький такой. Вон так аккуратненько. Ну вы же такой толстенький, упитанный. Он перед тем, как залезть в переноску, пошел быстро дома поел. Я говорю, слушайте, давайте сажайте уже. Пошел быстрее есть напоследок. Все интересно, да? Мало ли здесь не кормят. Но думал, долго, может, ехать придется. То есть его оторвали от миски. Сейчас ему надо все посмотреть. Все обследовать. Играть хочется. Да, что же делать? Ты здесь теперь жить будешь? Смотри, видишь, с тобой будет играть с каким помпоном. Ну-ка, лапкой, лапкой, дай лапкой. Нет, пошел все-таки все смотреть. Осматривать. И потянулся маленький. Ой. У тебя какие подушки? От них другим котиком же пахнет. Ну вот подушек. Ему и интересно сейчас будет. Ну такой хороший мальчик. Видите, он как обрадовался сразу всех. Вокруг всех стал ходить. Погладьте, погладьте меня. Ну погладьте же меня. Ой. Видите, он воображает как. Воображуля. Воображулька маленькая. Ой-ой-ой. Хороший мальчик. Играет. Хороший ребенок. Ушки и все, да? Да? Хороший мальчик. Ой. Ну что, нравится тебе тут? Нравится, да? Ой, как хорошо-то. Ну все. Все отлично. Ой! За тобой еще надо. Ты сладкий ребенок. Ты такой сладкий ребенок у нас, да? Вот, пришел.